даже не расписалась. Я снова на связи. Ань. Я веду прямой репортаж из гримерки ранеток. Что это? Кто это? Что это? Надо расписаться? Да. Наташа, как дела? Хорошо. Наташа закрыла лицо строго бумажкой, чтобы ее не видели. Смотри, 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 вот так. А. А, как всегда радостная Нюта. Посними пока, пожалуйста. Почему как всегда? У тебя вот в последнее время у тебя какие-то смены настроения чересчур явные. Угу. А это для кого? Это для какой-то девушки. Понятно. А зачем ты шатаешься, когда снимаешь? Девочки. В общем, сейчас осталось совсем немножко времени до концерта. Немножко осталось до концерта, и, наверное, минут... Смотрите, какие у меня часы. Классные, да, мне даже нравятся. Только я не понимаю, сколько у них времени, потому что они непонятны. Но так мне очень нравится. Вот пришел Сергей Васильевич. Вон там, сзади. Так, а где у меня птичка? Вот. А, осталось немножко до концерта. Мы сейчас находимся в Геленджике. Куда мы выходим, Сережа? Сейчас я вам покажу чуть-чуть сцены. Чуть-чуть сцены и... из зала, если у меня получится. Хочешь что-то увидеть? Это очень-очень интересно. Сейчас. Так. Раз. Два. Три. И Сережа наш. Барабашки. Малину палишь. Опять этот мужчина, который пристал к нам вчера. Я тоже не знаю, кто это. Ладно, не будем об этом. Он идет за мной, посмотрите, что он хочет от меня. У меня нет трусов. Он сказал, что у меня нет трусов. Неправда, ходите посмотреть. Вот, вот они. Вот они. Видно? Да это продолжение джинсов. Продолжение джинсов. Я не ношу трусы. Шучу, это была шутка. Ладно, пора готовиться к концерту. Встречусь с тобой немножко позже, наверное, после концерта вечером. Пока! Идем не вниз, а вот туда. Мы в спортах хотим. Привет! Мы только что после концерта, мы все мокрые, и нас гонят с площадки, потому что здесь будет выступать Аллегрова. И вот, хочешь посмотреть, что происходит? Вот что-то не понимаю, что происходит. Вот Нюта не понимаешь взглядом абсолютно. Серьезно. А еще вот наши ребята. Вот. Мы сейчас в общем, концерт был очень-очень странный, потому что, опять же, странный, как вчера, потому что у нас были проблемы со звуком, а еще... Было очень смешных моментов, я потом об этом вечером расскажу. Ладно, поехали кушать, увидимся немножко позже. Площадки из Геленджика. Ну, смотри, какая площадка. Сейчас не слышно ни черта. Ну да и не надо. Я обещаю, что наконец-таки завтра, наверное, я лучше засниму концерт, а то я все рассказываю, что мы катаемся, а ты никогда еще не смотрел наш концерт. Смотри, какие горы. Вон там еще горы. И вот оттуда ребята видели наш концерт, кстати. Так, ты давай туда, Валя. А. И еще мы сейчас поедем по канатной дороге в ресторан, где мы будем кушать. Канатная дорога очень интересная. Я никогда на ней не каталась, мне страшно. Вот. Смотри, какая она. Не поняла смотри. Еще. Вот такая песня здесь. У меня концерт просто. Какая Ира? А там сейчас не видно, бро. Ладно. Я расскажу еще попозже что-нибудь. Потому что надо смотреть под ноги, здесь страшно идти.
Я на канатной дороге! Страшно, страшно, страшно! Хочешь посмотреть, что там? Смотри, смотри! Тапки держи! Ну расскажи мне про концерт. Сейчас расскажу. О, какие-то люди едут. О, стрёмно вообще, нереально, такая высота. Ладно, увидимся с тобой попозже. Мы все еще едем по канатной дороге. Смотри, какой там сзади крайний вид. Нют, если страшно, Нют! Пахнет аж тут от нее. Страшно. Мне сказали не доставать здесь камеру, потому что она может упасть. Поэтому я камеру убираю. Пока. Я решила все-таки еще достать камеру и показать тебе, что же творится за моей спиной. А за моей спиной вот такая вот красотища. Очень красиво. Девчонки едут там. Да ладно! Гонишь! Мне нравится. Классно, по-моему, здесь. Прям отдыхаешь. Ну ладно, все, правда, надо брать камеру, потому что здесь нельзя снимать. Давай вместе танцевать. Танцуем? Хотите это увидеть? Там очень красиво. Сейчас вы увидите это своими глазами. А вот там вот город Геленджик. Безумно красотища. Классно, да? Там то, что кажется. А вот тут мы кушаем. Смотри. Вот, наш стол. Мы уже почти покушали, и сейчас поедем в автобусе спать. В Сочи. В Сочи. Будем в автобусе спать сегодня. 8 часов езды. 8 часов езды. Подсказывает ночью. Мне... Ночью 8 часов езды по серпантину. Смотри сюда. По серпантину будем ехать. Вот так вот будет автобус переворачиваться. В смысле вот так вот ехать. И мы будем с кровати падать в разные стороны. На кровати специально приделаны ремешки. Пристегиваешься двумя большими лямками, чтобы тебя не перевернуло в этот проход. А если я лезть рядом спать? И сетки. Меня же тоже не перевернет. Отдельные сетки есть. Такие раз, для закрывающиеся. Для Крылова. Ладно. Крылов провел инструктаж, как спать в автобусе. Сегодня мы будем это делать. Ну а пока.